Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место Писания Ефесянам, 4 глава с 11 по 15 стих. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Согласно данного божественного постановления, совершенство определяется способностью сохранять единство веры и способностью познавать Сына Божьего. Единство веры, в свою очередь, определяется в признании над собою делегированной власти Бога, потому что только благодаря этому признанию мы приходим к единству, в то время как познание Сына Божьего определяется получением власти, как принимать Христа в свое сердце, так и быть помещенным или облеченным во Христа. Цель, ради которой Бог желает, чтобы Его дети пришли к подобному совершенству, которым Он Сам обладает, состоит в том, что Он предназначил, чтобы Его дети могли возвещать Его совершенство в измерении небес, земли и преисподней. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые Его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании само возвещение совершенств Небесного Отца определяется реками воды живой, выраженными в сильном потоке правосудия, вытекающими из чрева тех святых, которые обладают жаждой и пьют Святой Дух, как воду жизни. А это означает, что святые, возвещающие совершенство своего Небесного Отца, будут творить такие дела, которые в данное время творит Бог, и творить их точно так же, как творит их Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, в Писании определяется и выражается в творчестве правды и в творчестве освящения. Откровение 22:11. «Праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». Сам порядок такого евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и посвящении. Средством же для очищения от всякой скверны плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин. Это истина о крови, истина о кресте, истина о воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Орудием же для очищения от всякой скверны плоти и духа являются наши уста, исповедующие веру нашего сердца. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Рассматривая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на стенах этого жилища проказы, мы пришли к выводу, что одним из видов проказы является элемент младенчества, которое увлекается всяким ветром учения, дабы мы не были более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения. В силу чего младенчество не способно иметь и сохранять ни единомыслие, ни покорности, поставленной Богом власти, так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, являются истинной природой овцы, необходимой для получения способности возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основании очищения стен нашего духовного святилища от проказа младенчества, заключаются в окончательном оставлении этого младенчества. 1 Коринфянам 13:9-12.
ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится? Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то есть пришел в совершенство, то оставил младенческое. Теперь во младенчестве мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь во младенчестве я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». В Писании, насколько нам известно, эталоном совершенства, на котором мы призваны равняться, является совершенство самого Бога, выраженное в Его способности повелевать своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Исходя из данной констатации, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает быть светом как для добрых, так и для злых, и представлять интересы Евангелия Христова как праведным, так и неправедным. Матфея 5:14-16. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Город, стоящий наверху горы – это представление интересов Евангелия для неправедных. А свеча на подсвечнике в доме – это представление интересов Евангелия праведным. А посему возвещать совершенство своего Небесного Отца означает творить добрые дела. А чтобы творить добрые дела, необходимо не только называться светом, но и быть им. И согласно Писанию, такое совершенство призвано обретаться в принятии семени послушания и затем уже взращиваться как плод нашего духа через исполнение определенных условий. Мы в определенном формате уже коснулись трех условий и обратились к рассматриванию условия четвертого. Первое условие на пути к совершенству – это признание над собою поставленной Богом власти, приводящей нас к единомыслию. Второе условие на пути к совершенству – это необходимость быть воином молитвы. Третье условие на пути к совершенству – это необходимость сохранять слово терпения Христова, умение ожидать исполнения обетования. И четвертое условие на пути к совершенству, на котором мы остановились и рассматриваем, это необходимость проникать и пребывать в совершенном законе свободы. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Разумеется, чтобы прийти к совершенству посредством проникновения и пребывания в совершенном законе свободы, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы? Во-вторых, каким образом и в каких границах действует совершенный закон свободы? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы проникли в этот чудный совершенный закон и пребываем в нем? Отвечая на вопрос первый, что из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы, мы пришли к выводу и отметили, что во Вселенной существуют законы Божии, которые сами по себе вечны, совершенные и первичные, а, следовательно, неизменные, незыблемы. А также существуют и законы человеческие, которые сами по себе подвержены постоянному изменению и по отношению к твердости и незыблемости законов Божиих выглядят как топкое болото, а, следовательно, они несовершенны и вторичны. Совершенный закон свободы, которому нам необходимо было дать определение, это закон Бога, а не закон человека. А следовательно, и определить его возможностями человеческого интеллекта бессмысленно и невозможно. Это не только пустая трата времени, но это самоуничтожение. Попытка определять интеллектом совершенный закон свободы – это самоуничтожение, самоистребление. Так как при сотворении человека возможности интеллекта человека не призваны были сотворившим его функционировать в сфере четвертого измерения – к которому как раз и относится совершенный закон свободы.
для проникновения и пребывания в совершенном законе свободы Бог наделил человека сердцем, под которым имеется в виду его возрожденный дух или новый человек, созданный по Богу и для Бога во Христе Иисусе и Иисусом Христом. Далее мы отметили, что любой закон подразумевает законодателя, выработавшего и установившего этот закон. И для того, чтобы быть законодателем, необходимо обладать как силою необыкновенного или особого ума и властью, которой подчинены силы, способные стоять на страже установленных законов. А посему даже сама попытка рассматривать любой закон, а тем более такой закон, как совершенный закон свободы, вне установившего его законодателя, не просто бессмысленно и безумно, но, ко всему прочему, еще преступно и разрушительно. Нам известно, что любой закон, относящийся к обществу человека, включая совершенный закон свободы, очерчивает определенные границы, которые устанавливают юридические нормы и права как для каждого человека в отдельности, так и нормы взаимоотношений отдельного человека с Богом, с институтами власти, с самим собой, друг с другом, с врагами и со всею землей, включая все окружающее творение. В силу чего любой закон, в первую очередь, совершенный закон свободы, как вознаграждает тех, кто стоит на страже установленных им границ, так и, напротив, карает тех, кто нарушает эти границы. Таким образом, исходить из определения человеческого интеллекта, что такое свобода, да еще и вне связи с законом и законодателем, это прямая дорога в преисподнюю. Согласно Священного Писания, автором и стражем совершеннейшего закона свободы представлены Слово Божие и Святой Дух. А посему и постигаться этот закон может не иначе, как только посредством этих двух вечных и неизменных владычественных инстанций Бога, как определяющих суть этого совершенного закона, так и стоящих на страже этого совершенного закона. Учитывая этот фактор, мы пришли к выводу, что, во-первых, совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться только нетленными и бессмертными. Во-вторых, совершенный закон свободы исходит из сущности Бога и является проявлением суверенной власти Бога. В-третьих, совершенный закон свободы – это сеть всесвободного Бога, в которую Он уловляет человеков для исполнения своей воли. В-четвертых, это власть покоряться всякому человеческому начальству в границах Писания. В-пятых, совершенный закон свободы – это власть на владение своего наследия в Боге и власть на принадлежность к роду Бога. В-шестых, закон свободы – это отсутствие налогов и пошлин на имеющееся владение. И в-седьмых, совершенный закон свободы – это выражение Божьей любви к народу, с отцами которого Бог заключил клятвенный завет. Итак, вопрос второй. Каким образом и в каких границах призван действовать совершенный закон свободы? Мы знаем, что любой закон, включая совершенный закон свободы, действует только в установленном законодателем границах, а вернее только на той территории, которой владеет данный законодатель на правах собственности. А следовательно, совершенный закон свободы призван действовать исключительно на территории искупленных Богом чад, которые являются собственностью Бога. Так, например, законы тела, человеческого тела, созданы Творцом для жизнедеятельности тела и действуют только в теле. Правила уличного движения не действуют в воздухе и на воде. Равно как и закон тяготения, создан для жизнедеятельности на Земле и действует только на Земле, но не в открытом космосе. А посему, как тело без духа мертво, так и закон, не привязанный к предмету или к личности, бессилен. В силу чего попытка рассматривать принципы свободы вне закона – это попытка рассматривать законы тела вне тела. Так как законы тела являются духом тела и обуславливают жизнедеятельность любого тела. Сам по себе закон – это выражение воли законодателя, а посему каков закон, таков и законодатель, и наоборот, каков законодатель, таков и закон. По закону мы можем судить о законодателе. А посему границы совершенного закона свободы определяются телом Иисуса Христа, которое есть Церковь. А проникновение пребывания в теле Иисуса Христа обуславливается между Богом и человеком вечным заветом,
который, ко всему прочему, не только дает власть на проникновение и пребывание в теле Христовом, то есть в церкви, но также определяет и обуславливает суть этого пребывания, выраженного в суверенных взаимоотношениях Бога и человека. И автором такого вечного, неизменного и незыблемого завета, дающим власть проникать и пребывать в теле Христовом, в котором действует совершенный закон свободы, от начала и до конца является Бог, ставший для нас посредством Христа и во Христе не только Богом, но и Небесным Отцом. А посему находиться в границах этого вечного, неизменного и незыблемого завета означает находиться как в теле Иисуса Христа, так и в границах совершенного закона свободы. Псалом 104, 8, 10. «Вечно помнит завет свой». Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный. Чрезвычайность, важность и исключительность сторон этого завета состоит в том, что он является единственной признаваемой Богом юридической силой в отношениях со своими чадами, со своими детьми, дающим им право как на поиски Бога, так и на поиски Его силы, выраженной в совершенном законе свободы. А посему завет, в границах которого протекает совершенный закон свободы, это порядок, который регламентирует и обуславливает жизнедеятельность этого совершенного закона. В Писании вечный завет Бога с рожденными от Него людьми является наследием, которое дается Богом как наследодателем на условиях завещания. Слова «завет» и «завещание» в синодальном переводе Нового Завета употребляются для перевода греческого слова «диатеки», которым «септуагинта», то есть вот наш перевод, передает еврейское слово «берит». Согласно этого греческого перевода, завет – это распоряжение завещателя, которое вступает в силу после его смерти и таким образом определяет судьбу оставшегося после его имущества. Евангелие, то есть Евангелие евреям, послание апостола Павла, 9:16-17. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Но еврейское слово «берит» несет в себе дополнительную смысловую нагрузку, которая отсутствует в греческом слове «диатеки». Это союз или соглашение, как минимум, между двумя участниками, в которых определены цели, условия, права и обязанности обеих сторон. Однако, согласно Писанию, даже оба эти понятия также лишь приблизительно передают значение обоих соглашений Божьих, выраженных в установлениях как Ветхого, так и Нового Завета. Поскольку только Бог устанавливает условия своего соглашения, подобно тому, как только завещатель диктует условия своего завещания, и только Бог определяет меру участия в его славе, как участие в его наследии. Поэтому в отношении такого завета у человека остается лишь одно право – это делать выбор и решать. Желает он вступать в такие союзнические отношения или соглашения с Богом или нет. Исходя из этого смысла в слове «завет» одновременно присутствует понятие «завещание», поскольку это одностороннее распоряжение о наследстве и союзе. Основные положения этого завета отображены в Ветхом Завете, который назван первым и который был передан через Моисея. Основу же последующего завета, который называется новым, заключались в посредничестве Иисуса Христа. Однако завет, покрывающий тысячу родов, начинает раскрываться для нас Богом не через Моисея и не через Авраама, а через Еву. И только затем уже детализируется через Авраама и Моисея, после чего принимает совершенные очертания и передается через вочеловечивание Сына Божьего. Поэтому для успешного поиска Бога и Его силы, выраженной в совершенном законе свободы, необходимо рассматривать наследие Завета, начиная с Евы и заканчивая Христом, как единое целое постановление союза и завещания между Богом и подобным Ему человеком. Бытие 3.15. Посмотрите, откуда начинается завет и с кем он заключается, этот вечный завет. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Исходя из вышесказанного о Завете и одновременно подводя итог, порядок раскрытия Завета начинается с распоряжения завещателя, гласящего о том, на каких основаниях, каким образом и кому завещатель завещевает свое наследие. Другими словами говоря, Завет завещателя дается и заключается не с Адамом, а с Евой. Хотя и Адам становится общником этого завета, но только благодаря своей причастности к Еве. Исполнение этого завета или же проникновение и пребывание в совершенный закон свободы по воле завещателя предусматривает вражду между Евой и между змеем и вражду между семенем Евы и древним змеем. В силу чего, изучая границы, в которых действует совершенный закон свободы, нам необходимо будет обратить внимание на постановление завета, которое распространяется на тысячи родов, участвуя при этом во вражде как Евы с древним змеем, так и с ее семенем, или же когда семя также участвует в борьбе с древним змеем. Второзаконие 7, 9, 10. Я еще раз прочту этот стих. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его самому лично воздаст». Обратите внимание, этот завет включает сферу благословения и проклятия. Тем, кто принимает завет Божий на его условиях благословения, и тех, кто не принимает, проклятие. На протяжении всего Писания слово о завете, которое покрывает тысячу родов, воспроизводится и повторяется всего шесть раз, что указывает на прямое отношение этого завета с человеком, так как в Писании число шесть символизирует человека. Все формы и уровни раскрывающегося завета, начиная с семени жены, непосредственно указывают на Христа, представляют Христа и связаны со Христом. Так как именно Он является единственным и непосредственным ходатаем Нового Завета, который распространяется на тысячу родов. В Писании термин «тысяча» в данном месте Писания является символическим, так как в оригинале означает «тысяча», в оригинале означает «добрый плод», непритворны и нелицемерны. Обратите внимание, тысяча обозначает не множество, а качество, делает ударение не на множестве, а на качестве. А посему под тысячу родами имеется в виду род Бога или те люди, которых Писание называет своими. Матфея 1:22, родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть Бог не подчеркивает, сколько родов будет точно. Он просто говорит «тысяча», имея в виду не количество, а качество. Фраза «людей своих» в данном изложении является специфической и обособленной, так как имеет смысл только для всех тех, кто принимает условия этого завета на уже имеющихся основаниях, которые установил неизменный в слове Бог. И эта категория своих людей в Писании имеет свое собственное имя – жена. А посему именно жене и даны были первые обетования завета, выраженного в ее семени. И именно жене ее семени назначено было начать и выиграть войну с древним змеем. «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа» – Иеремия 31:22. Откровение 19:6-8. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Я намеренно привел несколько мест Писания, чтобы мы увидели, что завет начинает раскрываться через жену, а не через мужа. И Бог заключает завет с женою. Далее фраза «до тысячи родов», несущая в себе значение доброго плода, указывает на силу и способность преемственности этого завета, могущего передаваться от одного рода к другому генетическим путем, посредством семени. Римлянам 5:15. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие», то есть имеется в виду генетическая связь между одним и многими,
между Адамом и последующими от него людьми, которые подверглись смерти, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Имеется в виду совершенно другая генеалогия, которая присутствует в четвертом измерении и не связана с плотью и кровью. Дар благодати одного человека Иисуса Христа однозначно указывает на семя жены, которое преизбыточествует для тех многих, которые являются категорией жены. Из всего вышеуказанного следует, что завет, покрывающий и распространяющийся на тысячи родов, является заветом, который заключается между супругами. Потому что изначально завет о семени, который будет распространяться на тысячу родов, был заключен Богом не с Адамом, а с Евой, в которой присутствовал Адам. Исайя 54:5. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой Святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Итак, мы видим, что завет в тысячу родов – это та сторона завета или же отношение Бога с человеком как отношение супругов, как отношение мужа с женой и жены с мужем. Далее, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо определиться с той уникальной стороной завета, которая была завещена Аврааму и посредством Иисуса Христа стала достоянием для всех верующих. Галатам 3:14. «Дабы благословение Авраамова, которое заключается в завете с Богом, через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Следует сразу определиться в том, что если завет, завещенный Еве, определял отношения между Богом и человеком как отношения между супругами, то завет, завещенный Аврааму, определяет отношения между Богом и человеком как отношения между отцом и сыном. Это уже совершенно другие отношения. Бытие 17:4. «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, отцом, но будет тебе имя Авраам, то есть великий отец. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Не одного народа, а множества народов. «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный. Когда говорится о завете вечном, речь идет о новом завете. Это он вечный. Старый завет ветшающий и был до определенного времени. «Я поставлю завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Это Бог завещает Аврааму. «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезаны же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Исходя из положения этого завета, Авраам стал представлять отцовство Бога, которое призвано было распространиться на всех верующих, происходящих из всякого народа земли. Таким образом, сила этого завета, выраженная в совершенном законе свободы, выстроила отношение Бога с человеком как отношение отца со своим сыном. Подтверждением отцовства Бога для тех, кто принял проповедуемое слово о Христе, стал являться Святой Дух, которого Бог дал повинующемуся Ему. Деяния 5:31-32. «Его, то есть Иисуса, возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». А теперь давайте перейдем к стороне завета, который скреплен клятвой с Исааком. Что он показывает? Бытие 17:19. «Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомству его после него». Опять речь идет о Новом Завете, потому что речь идет о Вечном Завете, а не о Старом Завете. Итак, имя Исаак означает «он будет смеяться». Исходя из положения этого завета, Исаак стал представлять ту сторону завета, которая была призвана выстроить отношения между Богом и человеком, как отношение Бога
со святым человеком, которые бы подтверждались деяниями святости, выраженными в непринужденной атмосфере радости. Радость – это элемент святости. Почему вы скажете? Да потому что речь идет не о той радости, которую мы привыкли понимать при поднятии чувств или когда удовлетворены наши желания, и мы себя чувствуем прекрасно. Совершенный закон свободы призван был протекать в такой радости, которая бы определялась наличием любви к правде и наличием ненависти к беззаконию. Евреям 1:9, определение радости. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Обратите внимание, определяется радость, которая является элементом святости Божией, такой радостью, которая ненавидит беззаконие и любит правду. Поэтому присутствие радости в отношениях человека с Богом подчеркивает присутствие божественной святости и определяет атмосферу Царства Небесного. Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Обратите внимание, Царство Божие или инфраструктура Царства Небесного определяется праведностью, миром и радостью во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе определяют как спектр божественной святости, так и атмосферу святости. Это не отдельно каждое, а все вместе. Так что радость – это составляющая божественной святости. Не будет этой радости, Бог поразит человека. Человек не может приблизиться к Богу без элемента этой радости. Если человек приближается к Богу с любовью ко греху и с ненавистью к правде, Бог уничтожит его, потому что божественная радость – это ненависть к беззаконию. Ненавидеть ложь, ненавидеть ложь. Люди покрывают ложь сегодня, лгут, покрывают ложь, верят лжи. И сегодня большинство христиан пропитано ложью, продолжая называть себя христианами. И они ненавидят правду, не идут к свету. Когда начинает правда выявляться и ложь скрывается, они приходят в неистовство. И притом пытаются при всем этом приходить к Богу. А здесь говорится, этого не может происходить. Дело в том, что они не уничтожаются по плоти, лишь только потому, что они не проходят к Богу. Это в Старом Завете люди действительно могли приходить в присутствие Бога. Завеса, замка не было, дверей не было. Это не двери, которые закрывались на ключе, где стояла стража. Это было полотно, которое можно было отстранить и войти туда, и умереть. Священники настолько боялись туда заходить, что один раз заходили в году. Да и то тщательно приготовлялись к этому, омывались, приносили все жертвы, делали все. А потом плюс еще привязывали его за ногу веревкой, и остальные с ужасом и трепетом ожидали, когда он войдет туда. Если перестанут звенеть колокольчики у него на хитоне, значит, его надо вытаскивать, он уже мертв. Настолько Израиль трепетал и боялся, так что войти-то можно было. Но сегодня этой занавесью является Христос. И войти через Христа туда только можно. И так как люди входят через ложного Христа, через ложную радость, через ложную праведность, оставаясь во лжи, не каясь во лжи, то, разумеется, никуда они не входят, чтобы их убивать, в буквальном смысле слова. Но рано или поздно за это придется все равно отвечать. Галатам 4:28-31. «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной». Рабы не могут испытывать радости. Когда говорится о рабах, имеется в виду о людях, которые связаны своей душою. Они не говорят неправды, но когда человек связан душою, он судит все по душе, как младенец. То такие люди не могут быть свободными. Они связаны эмоциями, они связаны умом, интеллектом, они не связаны своим духом. Они не свободны от своего интеллекта и от своих эмоций. Только люди духовные
свободны от своих эмоций и от своего интеллекта в том смысле, что они управляют своим интеллектом и своими эмоциями и заставляют свой интеллект и свои эмоции работать на дух. Мы знаем, что гаванитяне в свое время представляли не эмоции, а разум человека. Вот они как раз рубили дрова, меняли воду, очищали все для того, чтобы священники приходили и могли служить, чтобы дух человека мог приходить и служить. Мы должны знать, для чего Бог создал, каким образом наш ум, как раб, призван соработать с нашим духом, в котором находится ум Христов. Поэтому откровения, которые Бог посылал, они давались не гаванитянам, а священникам, не интеллекту, а сердцу. Это очень важно. Псалом 50:10. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Обратите внимание, радость и веселье неземного порядка, если человек услышит, а услышать их невозможно этим слухом, то, говорит, возрадуются кости, крепость в Боге. Многие верующие потеряли крепость в Боге, упование на Бога. У них появилась грусть, отчаяние, что Бог их не слышит, что они как-то Его не понимают, что многие обетования, которые Он обещал, на которые они надеялись и радовались, что они их уже имеют, вдруг они поняли, что они их не имеют. И навряд ли теперь будут иметь. И у них произошло уныние. В отношениях с Богом произошел надрыв какой-то. Да, они понимают, что без Бога они пойдут в ад, но также и близких вот этих отношений доверительных, как между супругами, как между сыном и отцом, уже нет. Что происходит, когда между супругами происходит разобщение? Это одно из мучительнейших состояний, когда они живут вместе, и они одинокие. Они уже не могут довериться друг другу, боятся друг друга, подозревают друг друга, ранят друг друга. То есть вот такое же происходит. Человеку кажется, что Бог его ранит. Но на самом деле Бог не ранит человека. Бог лечит, но человеку кажется, что он ранит и преследует его. «Знаю, ты преследуешь грехи юности моей». Да не преследует Бог грехи твоей юности. Просто тебе нужно оторваться от души. Ты не можешь понимать Бога, пока ты находишься связанный своим умом и своими эмоциями. Ты должен относиться к ним правильно. Ты должен услышать Божью радость иного порядка. Давайте пройдем дальше. Завет, поставленный в закон Иакову. Эта сторона завета тоже очень интересна. Она выражена также в совершенном законе свободы и выстроила отношение Бога с человеком, как отношение одного воина молитвы с другим. Бытие 35:9-10. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковым, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Имя Израиль означает «Бог борется». То есть дословный перевод – это не человек борется с Богом, а Израиль – это Бог борется. Поэтому смысл, заключенный в этом имени, состоит в том, что человек позволяет Богу для исполнения обетования, которое завещал и поклялся ему Бог, которое он раньше слышал, молиться вместе с собою. Бог поклялся и пообещал Иакову, когда он уходил из земли Хананской, бежал оттуда, где он должен был бы находиться. Бог поклялся, что он возвратит его в эту землю и благословит его в этой земле. И он сказал: «Если ты благословишь меня, я отдам тебе десятую часть из всего, что имею». О чем мы ранее говорили, что это говорило о том, что Иаков до этого времени не отдавал десятой части. И теперь он заключил с Богом такой обет после того, когда Бог пообещал ему, что он возвратит его. И теперь для того, чтобы возвратиться ему, на пути стал Исав, который шел с одной целью, чтобы убить его. У него все еще пылала боль, обида на брата и ненависть. И он взял 400 человек и пошел, чтобы убить возвращающегося Иакова из Месопотамии
в землю Израилеву. Когда Иакову донесли, Иаков пришел в ужас. Я думаю, любой человек придет в ужас от страха смерти. Ладно бы умереть самому, но подвергалась смерти все обетования, которые он уже имел, потому что у него уже были дети двух дочерей Лавана. И он понимал, что это все теперь будет уничтожено. И поэтому он целую ночь молился. И некто до рассвета боролся, написано с ним. Это выражение. Боролся не против него, а боролся вместе с ним. Молился вместе с ним. И там имеется в виду, ты позволил мне бороться с тобою, и теперь будешь человеков одолевать. И для того, чтобы Бог мог бороться с Иаковым, Богу надо было повредить сустав Иакова, чтобы он хромал, чтобы он больше не опирался на свои силы. Ты был Иаков, ты опирался на себя. И Богу надо было повредить. То есть это образ смерти, образ обрезания, образ души, когда она подвергается немощи, чтобы могла проходить Божья сила, чтобы мы поняли, что произошло. Поэтому он позволил Богу молиться с собою благодаря того, что борющийся вместе с ним, Святой Дух, коснулся его бедра. Это очень важная мысль, почему многие святые не могут достигнуть обетований и, достигнув, теряют их, потому что не хотят расставаться со своей головой и со своими эмоциями. В смысле, не имеется в виду совсем расстаться, имеется в виду поменять отношение к своей голове, к своим эмоциям, обратить их в рабство для своего духа, чтобы дух был господином. Потому что Бог ищет поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Это очень важно. И поэтому для того, чтобы Иаков мог бороться в духе и истине, надо было упразднить душу. И он ему сказал, теперь, когда твоя душа упразднена, ты больше не будешь называться Иаковым, ты будешь называться Израилем. Римлянам 8, 14, 17 раскрывает эту мысль в Новом Завете таким путем. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Невозможно водиться Духом Божиим, потому что Дух Святой общается с нашим Духом и водит наш Дух, а не наш разум, и не наши эмоции, и не наше тело. Дух Святой находится в нашем Духе и имеет общение с нашим Духом. Поэтому водиться Духом означает быть духовным человеком. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». То есть, почему Иаков боялся и страшился Исаака, то есть Исава, брата своего? Потому что он был еще душевным, и нужно было упразднить это. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему». Оригинал подчеркивает, свидетельствует как духу нашему, так и с духом нашим, потому что только двух свидетельства истина, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Очень важно, обратите внимание, с Ним боролся. Когда мы молимся в Духе, Дух Святой всегда будет вместе с нами бороться и представлять перед Богом двойное свидетельство. Когда мы молимся без Духа, у нас одно свидетельство. Мы говорим, Господи, благодарю Тебя за то, что я искуплен Тобою, что я Твое дитё. А Богу надо, чтобы Ты молился с Духом, чтобы свидетельство пришло двойное. Без силы Святого Духа Он не принимает никакую молитву. Теперь давайте пройдем дальше. Завет, который распространяется на потомков Израиля. Эта сторона завета, выраженная в совершенном законе свободы, выстроила отношение Бога с человеком как отношение гаранта, гарантирующего человеку надежды вечной жизни. Вот посмотрите, сколько сторон завета выстраивает Бог. То есть завет один, но в нем много сторон, которые Бог постепенно во времени передавал, начиная от Евы и заканчивая Христом, для того, чтобы человек мог иметь все стороны завета. Отношения как мужа и жены, отношения как отца и сына, отношения как святого Бога со святым человеком, отношения одного воина с другим воином молитвы
И, наконец, отношение гаранта, который гарантирует человеку надежду вечной жизни. И олицетворением и подтверждением этих вечных гарантий между собою и человеком Бог поставил свое слово. Послание Титу 1:1-3. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал в неизмены в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Как видите, эта сторона завета раскрывается через Слово Божие и передается в проповеди, веренной посланникам Божиим. Вот для того, чтобы иметь гарантию, как видите, нужно иметь отношение к посланникам Бога. Если мы не понимаем их, не умеем отличать их одного от другого, я имею в виду истинного посланника от ложного, то мы ничего не сможем понять. Вот почему святые, ищущие Бога и силы Его в совершенном законе свободы, должны соответствующим образом готовиться к принятию Слова Божьего через проповедь, вверенную исключительно тех человеков, которых поставил Бог и послал Бог, а не человек. Исход 34:27. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Посмотрите, как Бог заключал завет. Он все время имел посредников. Мы с вами говорили, вначале это был Моисей, потом были люди, которые представляли это священнический состав. Потом был Христос. Теперь есть люди, которые представляют Христа именно в том, чтобы передавать Слово. Все мы призваны представлять, но только в разной роли. Потом настанет время, когда на новом небе и на новой земле будет упразднена всякая посредническая власть, и посредников больше не будет. Христос тоже перестанет быть посредником. Он был посредником только до тех пор, пока не приведет нас к Отцу в новое небо и в новую землю. Когда приведет нас к Отцу, на этом его посредничество закончится. Поэтому плоть и гордыня, кричащие, да почему мы должны кому-то покорять? Да почему мы должны через кого-то? Да у меня есть сердце, у меня есть Святой Дух, и я напрямую, у меня есть голова, я сам читаю. Да, сам читаю, все делаю, однако сторона завета этого требует для того, чтобы получить гарантии, необходимость связки друг с другом, как в теле голова связана с телом. Мы много об этом говорим в разных интерпретациях. Сатана делает на это особую ставку для того, чтобы показать, вас унижают, вас оскорбляют, вас называют безмозглыми, безголовыми. Ну, как подошел сатана к Еве, что Бог несправедливо к вам отнесся. Так и здесь сатана пытается все извратить для того, чтобы человека разделить с заветом, чтобы он не мог быть общником завета, а следовательно, не мог войти в совершенный закон свободы и не мог получить благословение и наслаждаться с Богом. И все-таки Христос победил. Это говорит о том, что Он узрит потомство долговечное, и что у Него всегда останутся люди, которые останутся на Его позициях и будут с удовольствием и добровольно принимать Его завет во всех Его сторонах и будут входить в этот закон. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей душе, своей плоти, возможно, греху, возможно, болезни, немощи, страхам. У Иакова был страх. Страх смерти. Может, у вас тоже есть страх смерти. Смерть как-то пугает вас, обстоятельства как-то вас пугают. Вы не уверены в себе, но Бог может послать уверенность в этой борьбе. Я призываю вас вместе склониться пред Ним. Мы будем ждать вас, молиться здесь у алтаря за вас, чтобы Господь явил славу свою для вас, избавил вас от страха смерти, возможно, от болезни, от нищеты, от разрушения, от разрушенных взаимных каких-то обещаний, обстоятельств. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Thank you.
Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог любит вас, готов сражаться вместе с вами и за вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Него, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим позором, сердечной раной, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.